Скоро начнется новая эра. Новая раса уничтожит и сменит те непотребства, что окружают нас сегодня. Чистая раса, высшая раса, правящая раса. Мы исправим то, что пошло неверным путем. Наука, мой друг, это то, где мы найдем ответы на все наши вопросы. Мы руки Божьи. И мы будем работать, чтобы очистить его мир от той грязи, что извращает его. Он судит через нас. Он наказывает через нас. Я посвятил всю свою жизнь поискам чего-то, что для моего собственного понимания оставалось загадкой. Я искал до сегодняшнего дня. Вместе с нами принесут жертву и те, кто сражается за справедливость. И их жертва объединится с жертвой, которую принесем мы. Они и мы. Несмотря на наши явные различия, мы все сообщники того, что произойдет. Мы – руки Божьи. Но сейчас мы ведем войну. Необходимую войну. Войну, в которой мы должны победить. И после нашей победы ничто не сможет нас остановить. Мы, мой дорогой друг, мы руки Божьи. Alle vorwärts, weiter. Yeah.
Спонсор перевода Васька Куролесов. Перевод Декадансу. Текст читал Васька Куролесов. Релиз кино на все 100.com. Рейх мертвых. Солдат, Адамс, давай жгут, быстро. Помогите, помогите мне. Моя нога. Я не чувствую свою ногу. Блять. Все будет в порядке, Чарли. Ты выдержишь. Давай, оставайся с нами. Я стараюсь. Не дай мне умереть тут, брат. Никто здесь не умрет, солдат. Мы вытащим тебя. И уйдем отсюда вместе. Пообещай мне. Тише. Обещаю. Я знаю, что это больно, но ты должен сдерживаться. Нельзя, чтобы они нас нашли. Сержант, что нам делать? Нельзя находиться здесь, это небезопасно. Мы выдвигаемся. Адамс. Не разочаровывай меня. Ты мне нужен прямо сейчас. Не нужно, чтобы ты был вот здесь. Я знаю, что тебе страшно. Нам всем страшно. Но сейчас надо подумать о том, чтобы спасти жизнь этого парня, а не только свою. Ты меня понял? Обследуй эту местность. Если найдешь, где можно залечь, мы попробуем вызвать подкрепление. Так точно. Простите, сэр. Брось свои извинения. Слушай. Если вы сможете держаться вместе, уверяю, вы вновь увидите лица ваших матерей. Если мне повезет, я тоже увижу свою маму. Что думаешь, ты, блядь, один тут такой? Мы не можем умереть. Не можем умереть здесь. Иди в том направлении. Найди нам убежище. Какое-нибудь другое место, потому что нам нельзя здесь оставаться на ночь. А нам надо... Нам надо подштопать Чарли. Давай, иди уже. Так точно, сэр. Мы уже почти перебрались. Держись. Еще пару минут. Больно. Знаю.
А сейчас мы выберемся. Хотя вам лучше знать, чем мне, сэр. Да, я знаю. Думаю, я должен перед тобой извиниться. Извиниться за что? Так уж получилось. Это вы тоже знаете лучше меня. Если бы не Чарли, мы бы уже разобрались с этими ублюдками. Ты же понимаешь, что это не так. У нас против них нет шансов. Нам всем рано или поздно придется умереть. Черт побери, солдат, где тебя носит? Господи, Адамс, ты хочешь, чтобы у меня приступ случился? Что, нашел? Здание. Оно в безопасном месте. Идем. Давай, Чарли. Вы уверены? Есть идея получше? Нет. Пожалуй, нет. Вот и я так думаю. Хорошая работа, Адамс. Спасибо, сэр. Готовьтесь к худшему. Всегда. Всегда готовьтесь к худшему. Адамс, останешься с Чарли, а мы обследуем здание. Есть, сэр. Эй, мы вырвемся. Доверься мне. Это приказ. Что там? Радиостанция. Вон там. Где-то через 100 метров. Я почти уверен в этом. Почти? Хорошо, я уверен. Доверьтесь мне, сэр. Да. Нам надо туда попасть. Только осторожнее. Не нравится мне это место. Здесь слишком тихо. У вас хорошая интуиция, сержант. Вы знаете меня. Мне никогда не нравится, когда все идет гладко. Здесь что-то не так. Чье это здание? Почему здесь следы битвы, но нет трупов? Где все? Что здесь произошло? А мне с какого хуя знать? Думаешь, я могу приказать всем отправляться на поиски мертвых тел? Грязные сволочи. Чтоб их. Радио. Точно. Здесь передатчик недалеко отсюда. Надо заполучить его. Я пойду. Нет. Пойдет Мэтт. Мы прикроем. Вот суки. Пора. Сейчас. Я молюсь. Пожалуй, ты прав, мой друг. Сейчас время молиться.
Проклятие! Не могу найти. Подождите. Не так уж и много, но лучше, чем ничего. Хоть что-то. И что сейчас? Будем ждать. У нас нет выбора. Думаете, они найдут нас? Нет. Мне нравится ваш оптимизм, сержант. Это похвально. Но произойдет вот что. Через пару минут мы услышим, как открываются двери, и эти ублюдки нас убьют, и все кончится. Но клянусь, я буду сохранять огонь, пока могу. Даже если нацисты сюда ворвутся. Заткнись нахуй, Анил. Они близко. Отлично, солдат. Они ушли? Нет, слишком рано. Это может оказаться ловушкой. Ну, по крайней мере, без этого было бы комфортней. Что? Извините. Мне никогда не нравилось в темноте. Еще с детства. Плохие воспоминания о прошлом. Мой отец... Этот сукин сын. Он бил меня и запирал в маленькой комнатке под лестницей. Я оставался один в темноте, слушая, как моя мама кричала, плакала, звала на помощь. А я не мог ей помочь. Я был всего лишь ребенком. А потом я вырос. И теперь крик, который я вспоминаю, крик отца. Когда я убил его. Вы думаете, я вспоминаю мамин крик? Нет, я слышу крик отца. Жизнь – странная штука. Сначала ты мочишь этих нацистских сволочей, а потом оказываешься в ловушке. Господи, Анил! Я за всю свою жизнь только болтовни не слышал. Не могу удержаться. Когда я нервничаю, не могу перестать готовить. Наверное, ты сильно нервничаешь. Не остри, парень. А то мой ботинок окажется у тебя в заднице. Я думаю, что пришло время выйти из этой ловушки. Ты прав. Анил, сходи к тому радио. А мы прикроем. После того, как ты вызовешь подмогу, мы сделаем носилки и унесем отсюда Чарли. Мы не оставим его здесь. Мы уйдем вместе. Я обещал ему. Адамс, мне нужно, чтобы твои глаза и курок были наготове, потому что никто не стреляет лучше тебя. Да, сэр? Хорошо. Так, вот что будет. Ты готов, капрал?
Ты должен быть быстрым. Мы не знаем, есть ли кто поблизости, но мы знаем, на что они способны. А сейчас вот координаты. Вот что ты скажешь связисту. Ты скажешь, что нам нужно, чтобы они послали подкрепление. Так много, как они смогут послать. Вас понял. Нужен запасной план. Вдруг это гребаное радио нерабочее. Тогда возвращайся скорее, и мы немедленно уходим отсюда. Мы не будем сидеть здесь и ждать хрен знает сколько лет. Лучше бы радио работало. Пиздец какой ты оптимистичный, капрал. Мы тебя прикроем. Ты как? Хорошо, сэр. Давайте.
Что-то не так. Блин, ничего не вижу. Он просто вышел из комнаты. Непонятно почему. Если через полминуты не увидим его, надо пойти и проверить. Вас понял, сэр. Ладно, рядовой. Теперь будь внимателен. Да, сэр. Сэр. Сэр, вы слышите меня? Господи Иисусе. Он ранен. Приготовься стрелять. Да, сэр. Господи, кто это, блядь, сделал?
Не знаю, сэр. Просто напал. Я не знаю. Не человек. Что? Глаза. Он не был живым. Это был не солдат. Больше похож на заключенного. Давай, давай, давай. Что случилось? Помоги мне с Анилом. Нет. Вам надо идти сейчас же. Не думайте обо мне. Я уже мертв. Вам надо спасаться самим. Мы не оставляем людей на поле боя. Вот, сержант. Настоящий солдат, а пару лет назад был простым тощим новобранцем. Их больше. Надо идти. Держись. Помоги мне. Сэр, Чарли пропал. Ублюдки. Господи. Поверить не могу. Кто мог сделать это с Чарли? Я не знаю. Но то, что я знаю, так это то, что нам надо добраться до ёбаного радио и связаться с базой. Мы не можем рисковать и идти в лес. Но не должны. Не должны оставаться здесь. Адамс, ты с нами вообще? Да, сэр. Мы должны уходить. Именно это мы и сделаем. Черт, идем. Твою мать, Мэтт, что ты там видел? Не знаю, что я видел, сэр. Но оно было пиздец какое сильное. Я не испугался. Я пытался остановить его, выстрелив в голову. И вот что оно со мной сделало. Он прав. Большинство пуль оказались бесполезными. Уходите. Пожалуйста. Мы уходим. И мы уходим вместе. На этот раз пойду я. Нет, сэр. Мы должны идти вместе. Вместе у нас больше шансов. Мэтт, ты пока побудь здесь. Я справлюсь, сержант. Знаю, амиго. Идем.
Ладно. Я не хочу никаких сюрпризов. Ты стоишь здесь, прикрываешь мою задницу. Я вернусь через 2 минуты. Да, сэр. Сэр. Думаете, мы попадем домой? Если будем сражаться и дадим отпор, ты уже готов сдаться? Нет, сэр. Так. На связи Черный Волк, прием. На связи Черный Волк, прием. На связи Черный Волк, прием. Вы слышите? Это Черный Волк. У нас один мертвый, одному нужна срочная медицинская помощь. Прием. Наше местоположение 1-4-5 между координатами Чарли 7 и Дельта 9. Прием. Как слышно? Прием. На связи Черный Волк. Запрашиваю немедленную эвакуацию. Повторяю, немедленную эвакуацию. Прием. Вызывает Черный Волк, вы слышите? Мы можем не продержаться, если будет еще одна атака. Вызывает Черный Волк, вы слышите меня? Прием, мы приняли ваше сообщение. Держитесь. Повторите ваши координаты, и мы вышлем подкрепление. Наше местоположение 1-4-5 между... Иди первым.
Проснись, рядовой. Все же в порядке, да? У нас плохие новости, амиго. Блин, солдат, твой храп поднял мертвецов. Мы проверили территорию, все в порядке. Но сейчас не время спать. Да, сэр. Простите, сэр, я не знаю, что произошло. Ну вот опять извинения твои. Мы тебе семья? Как бы там ни было, эта семья съебывается отсюда. Готов, Мэтт? Всегда готов. Идем. Эй, пожалуйста, вы можете помочь? Эй! Есть тут кто-нибудь? Меня кто-нибудь слышит? Пожалуйста, вы можете помочь мне? Слава Богу! Вы поможете мне?
О боже! Кто ты? Спасибо, что помогли. Как ты узнала, что я здесь? Я все видела. За тобой кто-нибудь следил? Нет, не думаю. Я услышала выстрелы и побежала со всех ног. Потом попала сюда и увидела, как вы сражаетесь. Мне жаль за ваших товарищей. Мне так жаль. Надо уходить. У меня недостаточно патронов, чтобы отразить еще одну атаку этих тварей. Нет, вы ошибаетесь. Вы не понимаете. Они не твари. Они жертвы. Как только они попадают в ту комнату, их жизнь меняется навсегда. Их чувства... Их мысли. Все это пропадает. Какую комнату? Комнату в госпитале. У них нет выбора. Они не могут ополчиться против них. Против того, что делает он. Кто? Само воплощение зла. Как ты об этом узнала? Потому что я сбежала из госпиталя. Скажи мне, где он находится. Что? Нет, мы должны убираться отсюда. Я должен пойти туда. Зачем? Ради Чарли. Сержанта. И Мэтта. Это их не вернет. Не вернет. Но я могу убить ответственного за все это. Тебе не надо идти со мной. Скажи, где это место. Я покажу.
Думаете, мы попадем домой, если будем сражаться и дадим отпор? Мы должны уходить быстро. Я знаю. Оставайся здесь. Я пойду с вами. Нравится вам или нет? Нет. Прошлой ночью я могла умереть, но не умерла. Благодаря вам. Ладно. Я иду первым. Ты спрячешься здесь. Жди моего сигнала. Хорошо. Все будет в порядке. Я знаю. Я буду здесь.
Вот и он. Наш герой. Большая честь встретиться с тобой. Изумительно, не правда ли? Создавать жизнь из смерти. В смысле, мне кажется, это изумительно. А тебе? Где я? Нигде. Настоящий вопрос, почему? Но мы поговорим об этом, когда придет время. Ты веришь в Бога? Я верю. Бог тот, кто ведет нас из тьмы. И это наша миссия – найти свет. И сейчас, мой друг, темные времена. Скоро война закончится. И она закончится благодаря мне. И знаешь почему? Я нашел секрет всех секретов. Я открыл жизнь после смерти. Ты не представляешь, как сильно я ненавижу мусор. Так что я спросил себя, как я могу избавиться от мусора и в то же время получить выгоду для себя? Что ты сделал с этими людьми? Я объясню, дай мне время. Я экспериментировал на них. Поляки, итальянцы, евреи. Безуспешно. Но я знал, что я уже близко. Я знал, что Бог поможет мне найти то, что я искал. И Он помог. Я не думал, что он чем-то отличался от других паразитов, от которых мы пытались избавиться. Но я ошибался. Кажется, он был англичанином. Но его происхождение не важно. Важен тот факт, мой друг, что он был сумасшедшим. Да, он был абсолютно безумен. Не могу сказать, от какого именно психического заболевания он страдал. Я должен признать, что даже не думаю, что он знал, где находится. Но он был напуган. Это я помню. Он был скован страхом. Не обязательно быть сумасшедшим, чтобы бояться. Он был испуган до самого конца. До того момента, как я вскрыл его голову. Он никогда не переставал бояться. Ты понимаешь? Это был тот страх, который повлиял на его безумный мозг. И это был страх, который вновь поднял его, уже после того, как его сердце перестало биться. В этот момент я был Божьей рукой. Многих доставляли из госпиталей, институтов, даже из их собственных домов. Мы не особо интересовались тем, откуда они и каково их происхождение. Все, что бралось в расчет, то, что их мозг был болен. А что касается страха, мы создавали им страх. И я уверен в том, что ты можешь себе представить, что сойти с ума не так уж и сложно. Не говоря уже о страхе. Я знал, что в конце концов вся моя работа обернется успехом. Зачем? Зачем? Ты не понял, что я сказал? Он спрашивает, зачем? Невероятно. Ответь мне на один вопрос. Что за вещь, которую никогда, и я повторяю, никогда не получится разрушить, покинуть или предать? Ты знаешь? Война.
Представь себе армию солдатов, которые не могут умереть потому, что они уже мертвы, готовые служить немецкому рейху, без вопросов, без потребностей, без повиновения. Армия, готовая пожертвовать собой, не прося ничего взамен. Вот зачем. Ты понимаешь? Где она? Стена. Я как будто разговариваю со стеной. Уилл! Уилл! Уильям Адамс, иди домой сейчас же. Пора мыться вам обоим. Надо признать, ты человек с сильным духом. Ты своими руками убил многих моих солдат. Ты больше одного раза рисковал жизнью, чтобы добраться до меня. Твоя отвага привела тебя сюда. Но, к сожалению, мы почти достигли окончания нашего путешествия. Война не может ждать. И раз уж я собрал вас здесь, мое время дорого стоит. Новый рейх стоит у горизонта. Надеюсь, что ты, как солдат, поймешь мою позицию. Что ты с ней сделал? Опять. Я продолжаю спрашивать себя, делаешь ли ты это специально, чтобы испытать мое терпение? Отпусти ее. Не хочу рушить твои надежды, мой друг. Но в этой истории нет никакой ее. Ты пришел сюда один. И ты должен уйти один. Жизнь не всегда снисходительна к своим детям. Особенно в твоем случае. Я бы хотел это подчеркнуть, но не пойми меня неправильно. Я восхищен твоей отвагой и то, что ты сделал ради своих товарищей. Но ты убил моих детей, и я должен отплатить тебе. Глаз за глаз. Зуб за зуб. Когда-нибудь ты будешь совершать прекрасные поступки, сынок. Я буду гордиться тобой и твоей отвагой. Я буду рядом с тобой до самого конца, держа тебя за руку. Я не позволю страху закрыть твои глаза и твое сердце. Когда я стану тебе нужна, позови меня. Я буду с тобой. Всегда. Эндрю Миллс в роли Уилла. Эрон Стилстра в роли сержанта Колхоуна. Элли МакКелланд в роли Мэтта. Майкл Сигал в роли Чарли.